Всем привет, дорогие мои друзья, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Vanquish. Ну что ж, new game, понеслась. Ну а здесь, ребята, непосредственно мы смотрим вступительный ролик к игре, так что наслаждайтесь. The Order of the Russian Star now welcomes you to the inauguration of a new Russian state. My order is now the only authority in Russia. In 10 hours, we exercise our newfound strength once again. There is but one way to prevent the destruction of New York City. Your complete and unconditional surrender. My fellow Americans, today has been a day of great tragedy. San Francisco will never be the same. And the toll of our war has increased by countless men, women, and children. Their loss is deeply felt by every American. To those who have committed this heinous act, we say firmly, we will not negotiate with those who wish to destroy us. Our strength is unmatched, our will resolute. We will be victorious. God bless you all. And God bless. Ну что ж, дорогие мои, как-то так. Значит, русские сделали атаку на Нью-Йорк, и теперь вся страна будет против нас воевать. Ясно. Но мы, как здесь полагается, на стороне американцев, так что будем играть за американского персонажа. Хотя немножко здесь, конечно, странно. Почему здесь, если здесь американцы, почему Елена Иванова здесь присутствует?
Нас представили команде. Мы Сэм Гидеон. Элитный солдат в суперкостюме. Так что, ребята, все надежды возлагаются только на нас. А это непосредственно наш командир. Видать, бывалый воин, раз он остался с одной рукой, а вторая у него протезированная. Так, и я так понимаю, что вот на этом корабле у нас будет... Ага, поддержка Елена Иванова. Она будет координировать нас в процессе всей игры, давать важную информацию и так далее и тому подобное. Ну что же, давайте, ребятушки, наверное, тогда непосредственно приступим. Это профессор, который, я так понимаю, разрабатывал нам костюм. Так что, уважаемый довольно-таки человек. Ребята, игра на английском, русского здесь нет, поэтому придется мне чисто импровизировать, что-то придумать самому, так что не обессудьте, если что. В общем, ничего хорошего здесь нам не сулит. Так. Что? Так, им нужно вернуть профессора. Давай, Еленушка, побыстрее как-нибудь вы завязывайте этот диалог. О, командирчик пришел наш. Да-да-да-да, командир. У меня крепкая броня, можешь не сомневаться. Командир меня спрашивает: малыш, ты выдержишь ли хотя бы первый бой? Да-да, конечно, обязательно. Я же Сэм Гидеон. И у меня отличнейшая броня. Можешь не сомневаться, командор. Так, это что такое? Что это они тут не поделили опять? Опа, это он, наверное, решил его проверить, да? Нет. Какого черта ты делаешь, чувак? Так, тревога, тревога, ребята. Всем пройти в рубку. Я ненавижу, когда курят на моем корабле. Ага, значит, он из-за сигаретки, да, взбесился. Ну да ладно. Что же, ребятушки, пойдем глянем, что нас ждет. Оу, неужели мы перешли уже к самой игре? Так, давайте глянем, что у нас тут и как. Так, Е. Ага, это я могу вот так вот прикрываться. Так, мой отряд идет впереди. Ну, естественно, я не буду отставать. Ух ты! Тихо, 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 это что такое случилось? Опа-на, мы получили пробойну. Нет, не пробойну, почему-то шлюзы открылись. И чувачков... Тихо ты нафиг! Чувачков почему-то вытянуло наружу. С какого перепуга, так и не понял. Ладно, нас это мало сейчас волнует. Нам нужно куда-то двигаться. Так, это наш космический корабль, на котором мы в данный момент находимся. И летим на какую-то станцию, я так понимаю. Фига тут баталии у них. Так, нам нужно пробиться в то сквозное отверстие, чтобы попасть на корабль, на станцию на эту. И мы туда, естественно, залетим. Да нет, нет, ребята, ну хватит. Хватит дурковать. А все-таки мы успели. Успели, отлично. Так, полдела сделано. Мы уже внутри. Так, что здесь у нас происходит? Ага, мы, значит, готовимся, ребята, к атаке. Наши войска подготавливаются, так что все нормально. Так, вторые ворота, и они опять же закрываются. Ну, я так предполагаю, ребята, сейчас они их разнесут в щепки. Должны так, по идее, сделать. Ну-ка. Да, так и есть. Великолепно. И мы просачиваемся внутрь. Так, давайте, ребята, пошустрее там. Мы уже внутри, сейчас будем ихнюю базу атаковать. Пошевеливайтесь быстрее. Так, что это мы складируемся или трансформируемся, непонятно. А это что у нас там за роботы ожидают впереди? Опачки, ребята, а мы здесь будем воевать с киборгами, оказывается. Я думал, будем с людьми. Нифига. Так, короче, понеслась атака на наш корабль. Сейчас мы будем делать высадку. Так, давайте, 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 ребятушки. Ух ты, сколько их там. Ё-мо, нифига. Ой, жалко мужичка. Не успел отправить корабль.
Так, ну что же, ребята, в общем, вы сами все видите. Какая-то внеземная цивилизация или кто такие, я не знаю, роботы нас атакуют. Сейчас, наверное, они нас подобьют. Ё-моё. А это вот наш отряд. Давайте пошевелитесь быстрее, как вам сказал командир. Так, ну я так понимаю, мы под руководством вот этого мужичка. Так что это наш главный. Все, полетели. Ёлки-палки, космическому кораблю нашему крындец. Так, что это там такое летит? А, корабль. Опа-на, нормально. Одного прибили. Ну что, пора, нет? Командор, что скажешь? Я уже готов. Сэм Гидеон в полном вооружении. Отлично, приземляемся. Если это можно назвать приземлением. Тихо, 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 не давани. Ядрите его на корню. Посмотрите, что делает наш крейсер. Просто ломает все на своем пути. В щепки течет. Хорошо. В общем, все. Прилетели. Я не могу дождаться, когда будет мой выход. Ёлки-палки, а. Вау, нифига командор наяривает там. Неплох, неплох, мужичонка. Ну, правильно. О, вот и я, Сэм Гидеон. Опа, она неплохо. Довольно неплохо. Шустро, шустро мы делаем все это дело. Так, ладно, поменьше слов, побольше дела. Акт 1, миссия 2. Ну, я думаю, здесь все будет просто. Так, давайте, ребята, подбивать вот этих вот роботов, короче, одним словом. Елена, замолчи, не до тебя сейчас. Не отвлекай меня. Я вот так сделал. Я, ребята, пошел в тыл. Получится у меня? Должно, по идее, прокатить. Иди сюда, мелочь, что там? Ах ты, смотри, сморчок какой, а? Не тут-то было. Где враги-то здесь, не вижу я. Ага, вон они, прячутся. Идите сюда, уроды. Вау, шикарно. Бочки, отлично. Бочки взрываются, это хорошо. Так, что у нас здесь? Вот они, гаденыши. Иди сюда. Вот так вот. Так, вон они внизу. Так, а вот, ребята, и цеплаки стоят. Так, подождите секунду. Да что ж ты делаешь-то? Так, интересно, а за турели за эти вообще встать можно или нет? Ё-моё, я думал, здесь есть спуск. Ни хрена. Давай. Отлично. Бинго, одного нету. Так, тут еще, по-моему, один стоит где-то, да? Если не ошибаюсь, ребят. Вроде нет никого. А вот, дробаш теперь у нас. Опа-на, командор уже у меня сзади тут стоит. Ядрить его на корень. Что тут происходит, а, ребят? Куда я попал, блин? И что мне надо сделать здесь? Вроде... Ага, вон еще стоят. Ну-ка, можно взять эту установку? Вау! Так, это же мой вроде бы. Да, мой. Вон они, гады, стоят все. Так, давайте их сносить. А это не убивается, по ходу дела. Это вроде бы наши летят. Ну что, вроде как все. Нет, одна красная точка есть впереди, но мне ее не видно. Так, поехали. Что тут у нас? Гранаты. Отлично, забрали. Ага, ворота уже открылись, вон они. Так, ну что, давайте пушку возьмем. О-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихонько. Ядрить тебя на корень, нифига они ходят на таких этих. Блин, прям Звездные войны натуральные. Тихонько, блин, ни черта не вижу, что происходит. Куда мы пришли? На базу какую-то. В кого вы тут палите? Не врублюсь я. Ага, вижу. Теперь вижу. Как-то хаотично вы стреляете. Кто куда? Идите лучше за мной, ребята. Не пропадете. Наверное. Что? Миссия закончена? Что-то как-то уж больно быстро, да? Вам не показалось так? Да выход, конечно же.
Так, сканируем что-то. Ага, Елена Иванова нас снабжает информацией постоянно, поэтому она будет говорить, куда нам идти и в каком направлении двигаться. Вот в данный момент она нам отметинку сделала на карте. Туда нам, ребята, и придется идти сейчас. Давайте рванем. Барнс, короче, нашего командира звать Эр Барнс. Вау, вот это что у нас такой лифт. Так, я пойду первый, ребята. Идите сзади, я... Так, акт 1, миссия 3. Ё-моё, блин. Так, великолепно. Иди сюда. Так, апгрейд. Какой-то апгрейд получил. Бочки, это хорошо. Ё-моё, что это мой... Мой-то... О-о-о-о-о, потише там. Нифига не в рукопашку. Да на ты, гад. Тяжелая граната. Отлично. Да отойдите вы, дайте проехать. Так, это что у нас за корабль тут еще космический? Ага, опять эти птенцы стоят. Надо с ними разобраться, ребята. Я как истинный герой всегда вперед. Прикроемся чуть-чуть. Жесть какая-то, что тут происходит, а? Просто жесть. Куда? Нифига он, блин. Ё-моё, это что такое? Ё-моё, ребят, я, по-моему, сейчас отдуплюсь. Что такое? Что за... За таймер там был? Вау, гранату чувак бросил, малорик. Ну, что-то как-то неэффективно она сработала. Так, у меня что такое? Оверхейтинг. Так, вроде подлечился на автомате. Давайте попробуем с дробовика. Есть, шикарно. Так, давай. Ой, ё-моё, извини, братишка, не хотел. Вау, круто. Блин, да какая перезарядка, как ты вовремя-то все. Нифига там паренек наяривает. Давай-давай, ребята, гасим, гасим этих мутантов, роботов. Кто они вообще такие? Я там с гранатометом с таким стоит, блин. Нормально. Ну-ка, давайте в тыл, в тыл. Опа. Шикарно. Елена, не до тебя сейчас даже... О-о-о-о, пора сматываться. Честно говоря, я не понимаю, что это за slow motion такой, замедление. Так, мой болеет, надо подлечить. Все, братишка, давай, не болей. Ага, наверху турели, ребята. Как туда подняться можно, а? Давайте глянем. Так, может быть, сюда заскочим? Нет, это просто так дотаны у них, да? Здесь бесполезно находиться. Иди сюда. Прям башню снес, отлично. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, тихо, блин. С крыши палят, а? Черт подери. Сейчас опять отдуплюсь. Так, вот это вот, когда полосочка идет, ребята, у меня слоу-моушен играет, ну... Включается автоматически. Сзади у меня какая-то турбина горит. Не пойму, что она означает. И копится энергия. Оверхейтинг, то бишь автоматическое подлечивание. Так, ладно, иди сюда, упырь. То есть, если я вовремя успеваю спрятаться или переждать, я автоматически отхиливаюсь. Это хорошо. Нифига он тут выкрутасы какие делает. Блин, прикольная игруха, ребята, если честно. Вообще такая динамика здесь. Так, подожди, снайперская винтовка. О, вот это то, что надо. Приступим, где эти упыри? Сейчас всех буду гасить. Давай. Как так мимо-то? Да ядрить тебя на корень, что такое-то? Оу, сзади. Не тут-то было, ребята. Ха. Думали, на простачка напали. Хрен вам. Продолжаем. Бинго. Так, где еще? Да какого лешего вы лезете? Ленушка, подожди, не до тебя сейчас. Вот, ей-богу, а. Что это, что такое еще? Что за поле? Там, где что-то происходит, должен быть обязательно я, ребята. Без меня ничего здесь не должно происходить, абсолютно. Так, тут двое у меня болеют.
Давай, вставай, братишка. Некогда отдыхать. Елки, стоят друг напротив друга. На-ка, упырь. Ну что, вроде... А, нет, еще один. На. Так, вроде зачистили, да? Так, вам приближается какая-то цель. Какая цель к нам приближается? Ничего пока не вижу. И куда же нам сейчас идти-то надо, а? Так, впереди мелкий и одна крупная цель. Что это такое у нас может быть? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Как меня накумарили сейчас! Сматываемся, Сэмыч! Давай-давай-давай-давай-давай! Вау! Дробаш вещь, ребята, дробовик. Это, блин, вот если бы не перезарядка, это... Блин, я кое-как выжил, а? Ядрить его на какое-то, что за чудо? Нихера, блин! Хорош, блин! Не-не-не-не-не-не-не-не, надо сматываться. Я там видел, что он что-то там копил, энергию какую-то. Да на ты, упырь, сдохни, блин. Так, упал, добьем. Отлично. Готов. Ну, с этими мелкими, я думаю, проблем никаких не будет. Стоит там, блин, на лестнице, а. Так, ну что, вроде по периметру чисто. Так, Бернс тут стоит. Никуда не высовывается. Блин, ну пушка у него, конечно, козырная. Тут ничего не скажешь. Так, вроде зачистили, да? Чисто, чисто, чисто. Это кричат солдаты. Так, Елена чего-то обнаружила. И что? Бернс, подожди немного, я сейчас вернусь. Ребята, прикройте Сэма. Так, что такое? Открыть ворота? Так, это что у нас такое? Рифл. Пушечка, да? Да откуда же опять? Это что там за взрывы? Ё-моё! Два космических корабля прилетело, вражеских, ребята. Ну-ка дайте-ка я сейчас тут устрою жаркое. Вау, шикарно, блин, обожаю вот так вот, когда... Уху! Щеглы! Тараканы, елки-палки. Я надеюсь, у нее снаряды-то не кончаются. Нет, кончаются, ребята. Вон полосочка красная. Все. Заряды кончились. Так. А она не копится, да? И все, больше нету, да, ни одной здесь. Я бы сейчас с радостью. Нет, есть. Есть еще одна, ребятушки. Так что приступаю, продолжаю долбить. Этих пришельцев. Или кто они такие? Не, ну по-моему это не пришельцы, какие-то роботы. Так, давайте вот этого еще тут нагреем. Что? Ребята, вас ждут серьезные проблемы. Это новейшая техническая разработка русского робота по названием Паук. Чего? Ёб! Точно дерьмо. Для этой штуки нужна пушка побольше. Ядрить его на корень. Вау, чувачка просто... Я думал, раздавила, нифига. Ну, мы, как обычно, всегда спокойны, да? Хватит курить, пора заняться делом. Правильно, Сэмч, говоришь. Давай приступим. Где у нас тут? Что такое, блин? Опять у меня на критической точке жизни. А как он так сделал? Бомбанул, что ли, по мне, видимо? Ребят, смотрите, какой паучина, а? Аргус. Аргус Коре. Ядрить там снаряды летят. Так, надо его бомбить, ребята. Опа! Вторую сносим. Отлично. Йо! Боеголовка летит. Блин, нифига, вот это прикольная штука. Смоушен этот. По крайней мере, можно всю... Как бы ты двигаешься быстро, все Йо, красота. Да куда бомбить-то надо? Он мне даже, гад, не дает высунуться. Так, это что такое? Ага, это нога была.
Я вижу, у него внизу пушки, ребята. Вот их надо сносить. Но не могу понять, как они скрыты. Да ну, бросьте, еще и кончились патроны. Ну, как обычно. Так, что за ящик? Давайте посмотрим, что в нем. Так, пушка. Как ты сел, к чертовой матери. Давай, иди отсюда. Еще один ящик. Шотган. В принципе, за неимением и шотган подойдет. Тяжелая машина. Хэви машины ган. Нифига себе. Давайте поп... Вау. Шикарно. Так, куда ему бомбить-то здесь надо? Не могу понять. Ладно, ребята, буду стрелять, короче, по... Ох ты, ядрить его на корень. Снарядом-то бомбанул. Буду бомбить по ногам, короче, сейчас я ему. А, убывает, нет? Нифига не пойму, блин. Черт, он мне не дает проходу просто-напросто. Есть, ребята, надо в ноги, да. Ну, немножко. Снаряд свой наводит. Вау, он перегородку сломал. Так, да-да-да, ребята, именно по ногам надо бомбить. Так, а потому... Потому по той лампочке что-то ни черта не функционирует. Надо в ногу, значит, ему. Ну-ну-ну, давай-давай. Есть, отлично, ребята, одну ногу подбомбили. Упал он, вот в эту лампу пробуем. Пока что-то безрезультатно. Ну-ка так, ядрить его на корень, ничего нету. Так, надо еще одну ногу бомбить. Так, давайте-давайте-давайте. Я-я-я-я-я, тихо. Вау, блин. Повезло мне, ребята, здесь крупно сейчас повезло. Блин, давайте вниз спустимся. Так, тут смотрю, еще что-то лежит. Апгрейд какой-то. Ядрить его на корень. Даже не успел. Берем. Отлично. Ё-моё, лишь бы не подохнуть. На, сволочь, получи, блин. Давай, 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 давай. Да как же у тебя быстро патроны кончаются. Есть, еще одну ногу забомбили, ребята. Лампочка, ну-ка. Ага. Так, пошло, пошло, пошло дело. Какую-то волну пустил. Ну, вроде не смертельная, отлично. Блин, тут тупик. Давайте сюда, так. Где? Вот еще одна нога. Ё-моё, ребята. И там снаряд пролетал мимо. Давайте, 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 скрываемся. Вот здесь вот. Отлично. Я бы с удовольствием бы с этого бы пострелял. Но там, по-моему, нет зарядов. С этой, как ее, с мортиры или как она называется. Я даже не знаю, как ее назвать-то, блин. Так, черт подери, сейчас бомбанет. Воу-воу-воу-воу. Все, ребята, мне уже не за что прятаться. Нет, еще есть одна все-таки штучка. Так, давайте продолжим. Есть! Отлично! Все, готов? Готов, огурец. Хрен там, блин, готов. Ё-моё, это что тут за салют устроил он? Ё-п-р-с-т, ребята. У меня уже костюм моргает. Елена, не до тебя. Это что такое? Он еще и трансформировался. Ё-п-р-с-т, ребята. Так, у него что теперь? Теперь руки и голова. Нафиг надо сматываться от него. На, упырь. Ой, лазером каким-то жарит там. Так, в голову давайте, ребята, в голову. Тихо, меня! А-тя-тя-тя-тя, попал все-таки. Все-таки попал. Блин, у него две... О, еще и тут гранаты какие-то. Блин, ребята, жесткий какой-то босс. Или кто это такой, я не знаю. Опять что-то готовит. Да ты прикалываешься, что ли, а? Знаете, что мне напоминает, ребята, это... Какую-то... Контру, если честно. Вот в контре такая же фигня была с боссами. О, неужели? Неужели он упал? Нет? Нет, он не упал. Вау-вау-вау, шикарно, шикарно. И... Хорош, блин, Д! Ребят, не успел нажать я Д эту, пока тут... Так, что он тут собирается делать опять? Ё-моё, блин, снаряды ли... Все, успел.
Елена, да замолчи ты нафиг, не видишь, что ли так хреново, блядь. Давайте. Что-то он заглючил, по-моему, да? А, хрен там он заглючил. Опять выпускает какую-то дугу. Ага, под эту дугу, если попасть, тогда будет хана. Так, давайте руки ему отбивать. Ага, он одной руки лишился, ребята. Опять, что ли, салютует? Да успокойся ты когда-нибудь, а? В голову, давайте, немножко осталось там. Есть! Так, ну самый центр, я так понимаю, это грудная клетка. Да-да-да, ребята, именно она. Потому что... Вот, шикарно. Все, что ли? Как так? Патроны кончатся, ребят. А где ствол взять? Так, нет, у меня еще есть. Есть еще, ребята, порох. В пороховницах. Давай-давай-давай. Осталось немного. Руку сейчас еще вторую собьем. Я думаю, будет немножко попроще. Так, подожди, там что-то... Гранат он выпустил, блин. Фух. Так, давайте ему в грудак. Блин, я не достаю, не вижу мне. Надо встать напротив. Что опять он там творит? Как же быстро у меня заканчиваются патроны, ребята. Ну, немножко стал. Ё-моё, блин, поджарил все-таки этой волной. Так, можно здесь стрелять? О, можно, да? Нет, нельзя, ребята, нет патронов. Ядрить его на корень. Все, я, по-моему, сейчас отдуплюсь, если не успею вовремя смыться от него. Но я вроде как успел. Так, давайте здесь немножко постоим. Капельку. Так, это у нас что, еще одна рука? Что там такое? Что за звуки, блин? Да успокойся ты уже, ну в самом-то деле, а, ну. Вот псих-то, а. Без головы, без рук, что ты. Куда, куда, чего? Так, здесь бесполезно. Открывай давай свою грудину, я хочу. Так, поменяли пушку. В ноги, давайте в ноги, ребята, ему. Отлично. Вот так вот, поваляйся там лучше. Теперь давайте ему в середину. Что-то я урона не наношу почему-то. А, вот, пошло дело. Опять этот луч. Блин, ну еще выстрел. Еще. Есть, ребята. Все, надеюсь, теперь-то. Что ты тут опять затеял, а? Нет, ребята, еще почему-то не все. Он что-то опять тут хочет делать. Что такое? Что? Я не могу понять, что тебе надо. Так, давайте спустимся сюда вниз. Так. Блин, тут тупик, елки-палки. Опять салютует. Так, здесь у меня закончились боеприпасы, ребятушки. О, лазером жарит там. Так, Бернс там стоит. Ага, вижу, ребята, ноги. Блин, нет патронов. Дробовик, все, последний патрон и все, ребята, у меня ничего нету. Мне нужен ствол. Так, ящик, давай, быстрее, блин. Да мне хоть что сейчас в данный момент, по барабану абсолютно. Так, где эта цель? Ага, вот она. Есть! Ну, все на... Нет, еще не... Ага! Вот теперь, ребята, все, по-моему. Ну? Фух! Жесть какая-то! Начало игры, блин. О, ну главное, прошли. Да, заставил он побегать-то меня, конечно. Фух, эксит. Объект уничтожен. Хорошая работа. У тебя не было побольше времени? Побыстрее с ним расправиться. Нет, не было, елки-палки. Так. Открываем ворота.
Так, что тут опять? Так, объект. Can we adapt that teleportation system to get around the colony? We're still working on that. Я уже тут нафиг всего боюсь. Что тут происходит? No, but when we did. Пока вроде бы тихо. Ребята, мне нужны стволы. У меня патронов нет вообще нигде. Никаких. Так, вот здесь вот, по-моему, 170. На этом 0. На снайперке тоже 0. Нужны патроны, ребята. Или патроны, или новое оружие. Так я далеко не уйду. Давайте глянем, что в этом ящике у нас. Гранаты. Так, хорошо, гранаты есть. Три гранаточки. Так, а здесь что у нас? Так, рифл. Пушка, отлично. Ну, а в этом чемоданчике у нас? Шотган. Так, отлично. Фух, так, что мы там встали, ребята? Что ожидаем? Нате-ка, выкусите все. Ой, извини, Мартинес, я не хотел. Пардон. Так, ну что, ребята, наверное, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось и вы хотите смотреть продолжение, ставим пальцы вверх или хотя бы комментируем, что вы хотите это смотреть. Ну, а на этом все, ребята, буду завершать. Всем пока и до скорых новых видосиков. Всем удачи, ребята, до скорых встреч. You can't stop bouncing.